А можно ли давать деньгами? Да, распространено мнение, что можно давать деньгами вместо продукта питания у раба Аллаха. Нет, нельзя. Правильное мнение, что нельзя. Почему? Потому что это противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Потому что это противоречит сунне сподвижников пророка, алейхиссалату вассалам. Во времена пророка, алейхиссалату вассалам, были деньги? Да, были динары, были дирхамы. Во времена сподвижников, да, было много динаров и много дирхамов. Но они никогда не давали деньгами. Поэтому садакатуль-фитр дается продуктом питания. Иначе это под угрозой человек, что от него не будет принято. Ибо пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Манамиль амалян лейса алейхи амруна фахуа радд». Кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. Абу Саид аль-Худри говорит, рады Аллаху талян, мы во времена пророка, алейхиссалату вассалам, выдавали садакатуль-фитр в день фитра один са мин таам, еды. А наша едой, говорит Абу Саид, в то время был шаир, ячмень, забиб, изюм, аль-акид, то есть сушеный творог, тамар, финики. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.